Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко и глава города-курорта Юрий Поляков вновь на строящихся спортивных объектах. В Витязево докладывают, монтаж теплотрассы закончили, сети водоснабжения и канализирования готовы. На следующей неделе рабочие планируют приступить к фреске водопровода и газопровода в существующие точки подключения. В Анапской будет еще один современный стадион. Здесь также готово футбольное поле, строится подпорная стенка, после чего подрядчик приступит к строительству площадки под зрительские трибуны. Андрей Алексеенко выясняет все детали рабочего процесса. Заказчик работ – управление строительства Краснодарского края. Контроль самый строгий. Задача надо ускоряться, потому что здесь вопрос престижа не только подрядчика, администрации Краснодарского края, самого Краснодарского края. Здесь вопрос престижа страны. Поэтому, конечно, все эти объекты находятся под постоянным контролем. Приезжает, постоянно находится технадзор. Я уверен, что выполнят досрочно и с надлежащим качеством. Еще один объект, который сегодня в прицеле внимания краевых властей – напорный канализационный коллектор. С подрядчиками первый вице-губернатор обсуждает сложности подключения всей системы. Что нужно сделать? Вот 15 числа вы мне докладываете, какой минимальный необходимый набор мероприятий, оборудования вам нужен для того, чтобы вся вот эта система заработала. Это же строилось для чего-то, правильно? Для того, чтобы систему канализования в значительной степени улучшить, повысить надежность, увеличить объем проводов. Поэтому сядьте, посчитайте, посмотрим. Да. Посмотрим, чем мы сможем помочь. От муниципалитета взаимодействие с подрядчиками осуществляет Анапский водоканал. Ольга Родина, Роксана Бакуменко, Александр Кореневский, Анапа регион.